Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня уже 13 февраля, и мы хотели бы начать это утро с очень интересного псалма. Тегелим 118, 11 стих. В сердце моем я заключил слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Я в сердце своем положил слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. В прошлый раз мы говорили о том, что Слово Божие является вода, вода, вода живая. И мы говорили о том, что важно быть посаженным у этой реки Слова Божьего, чтобы наша жизнь была преуспевающей. Вы знаете, что Сатан использует тоже, ту же в тактику, которую используют и другие люди, чтобы говорить слова лжи и вмещать в наши уши, то, чтобы расстраивало наше сердце. Хочу сказать, что Сатан будет говорить слова, которые будут разочаровывать нас и обольщать. Поэтому важно изучение Слова Божьего для того, чтобы побеждать слова врага словом Бога. Амос говорит, 8 глава, 11 стих. «Вот наступают дни, — сказал Господь Бог, — когда пошлю я голод на землю, не без хлебицу и без водия, а голод и жажду внимать словам Господним». Интересное порочество. Если вы заметили, что Амос говорит о голоде и жажде, — я не думаю, что здесь очень как бы, говорится о голоде физическом или, или жажде, хотя я не уменьшаю проческого слова, но здесь говорится о том, что Слово Божье будет э, пренебрегаемо людьми. Не то, что не будет Слова Божьего, Торы, не будет э, за, Нового Завета, прихаташа, чтобы читать, а важно здесь говорится о слышании Слова Божьего. Внимание. А мозг говорит, что будет голод Слова Божьего. Внимание этого слова. Именно рассуждение над тем, чтобы слышать. Бывало ли, бывало ли так, что вы читаете Слово Божье, то есть Тору, рано утром или вечером, вы за, за, прочитываете главу и примерно... На половине главы вы чувствуете, что вы как-то потерялись. Что-то вы не понимаете, что написано. И вдруг вы, пони вы понимаете, что все, что вы прочитали до этого, никакого смысла не имеет, потому что вы не поняли и не осознали, что вы читали Слово Божье. Было, правда. У меня было так. И я понимаю, что в этот момент сатан не хочет, чтобы мы внимательно читали Слово Божье. Чтобы мы не внимали то, что написано. И важно понимать, что Слово Божие является ценностью. Например, первая книга царств, третья глава, первый стих, говорится о Самуиле. Самуил отрок служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасто. Слово редко часто думают люди, что-то не так, не так много, не очень мало, не, не, не очень частые. Но если вы возьмете местописание, которое я почитал и, и разберете его в, на иврите, там говорится ш, так, что слово редко на иврите используется как эм, слово, которое можно сказать редкий, драгоценный, дорогой, благородный, почетный, уважаемый. И тогда изменяется все понятие слова. Отрок Самоил любил слово, он внимал ему, это слово, оно было его хлебом, и тогда мы можем читать, что это место Писания, что э, слово Господне было ценно, ценно для человека. И если мы сделаем его ценностью для нас, оно сделает нас преуспевающим. 118-й Псалом, я хочу соединить 11 стих и 18, 17 стих, чтобы увидеть красоту Слова Божьего. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Я верю милость Твою и буду жить и хранить Слово Твое». Я верю милость, и я буду хранить Твое Слово, которое даст мне преуспевание, даст мне жизнь даст мне победу. И сегодня это слово будет для нас жизнью. Пускай драгоценность Торы и Брихаташа принесет в вашу жизнь благов... Божье благоволение и преуспевание. И во всем, что ты не будешь делать, ты преуспеешь. Отец Небесный во имя Ишуа, я прошу, чтобы изучение Твоего слова стало драгоценностью для нас. Потому что в последнее время люди будут не внимать, Твоим словам но мы говорим тебя к этой важной части жизни к твоей торе пускай река с твоего слова течет и мы будем посажены у этой реки и мы принесем много плода мы будем плодовиты в нашей семье в нашем бизнесе в нашей работе в наших детях и во всем что бы мы ни делали мы всегда преуспеем пускай Бог благословит вас мы вас весьма любим Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга. Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим э, служениям, или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.